Привет, мехвоины! С вами МВ Фэнс. В сегодняшнем нашем обзоре блистает Райфлмен. Этот 60-тонный мех имеет немало преимуществ на поле боя, главное из которых – расположение всех оружейных систем. Сразу хочу отметить, что данный мех не поддерживает установку ракетного вооружения. Посмотрев на Райфлмена, можно сразу понять, что мех будет весьма эффективно работать из-за укрытия. Корпус меха достаточно объемный, но не массивный, ярко выраженных частей нет. В первую очередь мех своим видом напоминает нам ягер меха. Руку меха можно сказать, что нет, вместо них у него орудийные платформы. В руки вы можете установить от 1 до 2 баллистических установок в каждую и от 1 до 3 лазерных. Максимальная скорость 78 км в час без прокачки. Рассмотрим мех поближе. Рост среднестатистического хевика. Достаточно длинные ноги, надо беречь от лайтов. Как уже говорилось, ярко выраженных частей корпуса у этого меха нет, поэтому можно легко размазывать урон по всему корпусу. Только помните, что вы не атлас. Орудия, установленные в полуторсах и руках, находятся на одной высоте, чуть-чуть ниже кокпита, так что вылезли из-за пригорка и можете дарить тепло вашим хитсинкам. Орудие в ЦТ находится над кокпитом, что также удобно при стрельбе из-за укрытий. При виде сбоку руки прикрывают большую часть полуторсов, так что танкование вперед рукой защитит вас от выстрелов врага почти полностью. Только не забывайте, что почти весь арсенал у вас в тех самых руках. В игре представлено 4 модели райфлменов. Райфлмен 3N, Райфлмен 3C, Райфлмен 5D и героический вариант Legend Killer. Давайте их рассмотрим. Райфлмен 3N. Модель изначально собрана для боев на длинные дистанции. Правда, техники смогли утащить для вас лишь тонну к 2 АЦ-5, поэтому морально готовьтесь к пересборке сразу же после покупки. Потратиться придется еще и на двойные хитсинки, и мой совет – прихватить эндосталь, пара лишних пачек БК к стартовому билду. Каждая рука содержит АЦ-5 и большой лазер, каждый полуторс по одному среднему лазеру. В ЦТ вы легко можете поставить АМС, только вытащите оттуда БК. Двигатели из коробки разгонят вашего меха до 64 км в час, а после прокачки это будет почти 70. Стоковый вариант также лишен половины брони. Учитывайте это, если решите лезть в клосс, ну либо пересборка. Из бонусов у меха хорошо сокращен кулдаун всей баллистики на 20% и еще на 5% к тем самым АЦ-5. Ну вы поняли, почему тонна БК не вариант. Скорость полета снаряда в баллистике увеличена на 40%, тоже хорошо. Ну и чтобы ларджи не стояли без дела и помогали АЦ-5, всему лазерному вооружению подняли дистанцию на 10%. Райфлмен 3C. Та же самая беда. Нет половины брони и никаких апгрейдов из коробки. Готовьте сибилки. Правда, здесь нам дали целых 2 тонны к установленным в руки АЦ-10, но поможет не сильно. На сдачу 2 медака, по одному в каждом полуторсе. Движок аналогичный 3N. Из бонусов у этого меха дополнительная структура на полуторсах и руках. Дальность баллистики увеличена на 20%, кулдаун снижен на 10%, скорость плюс 10%. У всего лазерного оружия снижен на 5% нагрев и еще 5% к медакам. Но главное у этого меха – золотые руки. По 2 баллистических слота в каждой. Дакка-дакка ждет! При Excel-движке, конечно. По 2 энергослота в каждом полуторсе и АМС-ЦТ. Райфлмен 5D. Снова нет брони, но есть двойные хитсинки и Excel-движок. Эндосталь нецелесообразна, мех лазерный. У этой модели нет ничего, кроме лазеров, но зато их много. 8 штук, по 3 в каждой руке и 2 в ЦТ. АМС-ка переехала в правый полуторс. Изначально мех упичкан двойными хитсинками, оснащен 2 RPPC, 2 большими лазерами и 2 средними. Скорость, кстати, та же самая, что и в прошлых вариантах. Мех имеет укрепленную структуру рук, что неудивительно, ибо много оружия именно в них. Всему энергооружию увеличили дальность на 10%, также на 50% увеличена скорость полета снарядов от PPC. Правда, обычная, не той, что установлена из коробки. Ей же снижен нагрев на 10%. Legend Killer – убийца всех других райфлменов. Из коробки имеет эндосталь и двойные хитсинки, плюс Excel-движок той же мощности, что и обычных вариантов, чтобы не отставать с призывами к дружбе. Брони снова пожалели.
На борту несет две LB-10X по одной в руке, два ларджа по одному в руке и два медака по одному в каждом полуторсе. 3 тонны боекомплекта на какое-то время хватит, правда, 2 из них лежат в ЦТ. Рекомендую перенести куда-нибудь. От греха подальше. Корпус меха усилен везде, кроме кокпита. Всей баллистике снижен кулдаун на 15% и еще на 10% для LB-10X. ЛБХе также уменьшен разлет снарядов на 10%. Всей энергетике снижен кулдаун на 10%, нагрев на 5%, длительность пучка света лазеров сокращена на 10%. Вердикт. Живучесть на стандартном двигателе. 4 дракона из 5. Правда, оружия мало. Живучесть на XL. 4 дракона из 5. Хорошо мажет дамаг по корпусу. Огневая мощь. 4 злобных дракона из 5. Много стволов. Скорость. 3 дракона из 5. Многие более тяжелые машины имеют такую же скорость. Управляемость. 5 драконов из 5. Хорошо дергается с места и быстро вертится. Засим все. С вами были MV Fans. Увидев убийцу легенд, не становитесь легендой.